Так, и у нас есть еще один подарочек. Ну-ка, Ангелюша, вот. Вот. Конечно, ты. На, смотри, что там у нас. Я не знаю, как папа будет держать Люсю. Подожди, давай я уберу, чтобы она... Отпусти ее, Влад, ну отпусти, ты же видишь, вся на нерв. Давай. Ты лучше Ангелину оберегай с подарками, чтобы Люся у нее не забрала. Так, Люся, это моя. Ой, бум, упала. Тогда я тоже подарочек. Подарочек. Так, сейчас... Оп-оп-оп-оп, за Ангелину прячется. Ангелина спрятается. Так, Субботина, Оля, Ольга, Россия, Калининград. Спряталась Люся, она хочет к посылке. Скажи, мое, мое, мое. Это посылка из Калининграда. Ну-ка, давай-ка. Давайте, смотри. О, о, пусть Люся сама открыла. Давай. Ты же уже две посылочки открыла, пусть одну Люся откроет. Опача, опача. Так, а может там что-то такое? И потащила дедушке на голову. Ага, сейчас скажи. Вы только что скажи, две распаковать. Люся, может там что-то хорошее ты поймешь зубами. Что? Картина. Не может быть. А ну давай распаковывай аккуратненько. Отдай ей бумагу. Сейчас. За ухо укусила. Не укусила, а схватила. Вот же шемля. О! О! Там. Картина красивая, Ангелюша, бери. Ангелюша, читай. Читай. О! Первая картина Жорика. Посмотрите, маслом написанная картина. Я тебе сделаю картину. Я тебе сейчас сделаю картину, а? Ты посмотри, как красиво, как угадан сюжет, какое сходство. Это да. Да, я посмотрю. А ну-ка, ну-ка. Вот, а это такой же вставился. Ну-ка. Друзья, повесим на мы тоже. Дедушка, смотри, это что-то такое сейчас интересное. Я уберу картину, чтобы опять-таки Люся ее не хайбекнула. Ну, прочитай. «Городские цветы. Персональная выставка. Художник Ольга Субботина». То есть вот Жорика нарисовала Ольга. Олечка Субботина. Вот эта замечательная женщина. Положи, Ангелюшечка. Красивая. И вот так, смотри, как она любит цветы. Художник Ольга Субботина. Две любимые темы. Пейзажи и цветочные натюрморты объединились в одно целое в выставке «Городские цветы». Так что, друзья, у нас картинная галерея пополняется и пополняется. Олечка Субботина. 1.10.31 выставка картин «Небо Балтики». Городской исторический и археологический музей. То есть вот такие. Ой, какие это репродукции к картинам прислали. Да? Как красиво, да? Рисует. А здесь что-то пишет. Очень интересно небо. Любимая Балтика. Друзья, спасибо. Меня действительно спасибо, очень... Огромное. Меня очень трогает. Люша, что там написано? Почитай. Тетя Оля что написала? Вот, вот, Ангелюш. Нет? А ты на этом самом смотришь? Ну, тогда я почту. Любимые мои жители Тайгана, мечтаю побывать в вашем парке. Смотрю и точно знаю, почему я с вами. Привлекла искренность в каждом слове и поступке вашем. Люся, бесспорно звезда. Люся, ты бесспорно звезда, пишет тебе твой творческий человек. Это правильно. Та еще звезда. Но мое сердце покорил белоснежный Жорик. Не смогла остановить свою кисточку. Вот дарю вам этот рисунок. Тепло обнимаю всех. И с радостью приглашаю в Калининград.
Год ниже. Люся. Наж... Как-то не могу почесть. С благодарностью, ваш художник Ольга Субботина. 7 января. Я не могу не отнести, Олечка, ваш портрет. Только что пришла Леокадия, еще прервала съемку. Пришла Леокадия, я ей показала Жорика. Она говорит, ну вот копия, ты понимаешь, даже характер, Вадик, да? И даже вот это вот перо, которое было у Жорика. Жора, сейчас он, конечно, чуть-чуть другой. Жора у нас возле окна. Жорочка, выходи, выходи. Я покажу, как тебя нарисовал художник. Вот. Вот. Люся, перестань пользоваться. ABCD. Да, все правильно. Жоя, надо сказать спасибо, да? Это твой первый... Жоя, такой, ой, боже мой, не пугайся ты так, не пугайся. Это не еще один попугай. Нет, нет, я никого не брала нового попугая. Нет у меня любимца, нет. Это просто ты любимец. Олечки и тысяч, десятков тысяч человек, да. Мальчик Жора. Мальчик Жора, да. Только вот действительно любя, можно... Девочка. Мне очень понравилось. Я прям вспоминаю, когда первый раз Жорик сидел, помнишь, в коридоре, и я сняла шорец. Когда вот он в коридоре сидел на клетке, вот один в один. Именно такой Жорик был, да? Сейчас, конечно, у нас эти голова оперилась. Она да? Кусается. Иди. Кусается, да. Жорочка, иди. Давай станцуем танец для Оли, давай. А то что это у Люси картинная галерея? Люся, а у Жорика тоже теперь есть портрет. Друзья, какие вы талантливые. Жорочка, иди сюда. Лай-лай-лай-ла-ла-лай. На-на-на, Люся, перестань пользоваться случаем. Жоя скромный, да? Ангелина так любит, когда... Лай-лай-лай-ла-ла-лай-ла-ла-лай-ла-ла-лай. Люся... Когда Жорик занят. Она просто понимает, если я начала петь, Жорик начинает танцевать, и он не видит, понимает, что делается вокруг. Да? Люся? Ох уж Шемля. Жорочка. Мой мальчик, ну что ж ты такой скромный? Каруза не может быть такой скромной. Ладно, мы потом для Ольги станцуем отдельно. Еще раз, друзья, всем спасибо огромное, да, за то, что вы такие талантливые, за то, что вы смотрите. Спасибо. Да, спасибо огромное за то, что вы смотрите нас, наших животных, и за то, что вы любите тайган, да и вообще всех животных. Мы вас тоже очень любим.